Мехди Яхьяев выиграл сейчас схватку. Скажи, ну, почему оказался в борьбе, почему именно этот вид спорта выбрал? Потому что с малых лет, если кроме этого не было, бокс и борьба, кроме этого спорта не было. И вот одноклассниками пошел в кремлевскую борьбу, там и остался. А другие виды спорта не были там. Бокс, борьба, вот так остался. Слушай, ну обычно ребята с Кавказа больше любят вольную борьбу. Почему греко-римская? Ну, у нас в селе не было вольной. Если было бы, наверное, тоже вольно пошел. А за вольниками следишь? Да, конечно. Кто нравится там? На данный момент Абдурши Садулай. Ну, наверное, своей стабильностью, мощью, да? Да. Ну, еще хорошие есть. Многие черные. Ахмед Чакаев, там, другие, которые свои. А вы вместе сейчас есть возможность тренироваться? Что-то можно у вольников подсмотреть интересного для классика? Да, если вариант был бы, да, можно было с ними. Хорошо было бы, если потренироваться. Что скажешь об этом турнире? Насколько для тебя важно здесь побороться было? Для меня тут важно было, потому что я травмированный был. Уже 4 месяца почти как не тренировался. Вот 10 дней я только тренировался. И надо было себя чуть-чуть показать. Тяжело, но все равно нормально. А тяжело, потому что именно не готов еще функционально? Я только работал. Поэтому. Несколько слов о сопернике, о схватке. Соперник хороший был. Я больше с ним... Так, как сказать, чуть на опыте поработал. А так я чуть-чуть уставал сильно. Так, чуть-чуть перехотрел его. Но ты знаешь уже, с кем ты в следующей встрече будешь? Встреча это если... Ну, вот чемпион России, наш месте, который по взрослому выиграл, земляк Назир Абдуллаев. Вот он борется с молодым пацаном. Думаю, Назир выиграет с ним в финале. Понятно. Что-то по нему специальное готовишь? Назиру? Ну, мы оба очень хорошо знаем, мы земляки. Мы хорошо друг друга знаем, там кто кому повезет. Слушай, ну вот с теми, кого хорошо знаешь, очень сложно бороться. Нужно какую-то замануху, капканчик нужно расставить. Это точно, да, это точно. Каждую минуту, каждую секунду надо какую-нибудь хитрость что-то найти. А так равный соперник, с ним тяжело. С равной встречи тяжело бывает, если там где-то не найти, там хитрость что-то не сделать.